Так, новое задание у нас. Так, интересно, интересно. Смотри, а я не знал, что здесь есть такое интересное место. Так. Разобраться, что здесь вообще делать. О, нет, башка. А что я не умираю? Подожди, обычно умираешь. А, вот смотри, я сейчас взорвался. Почему до этого я не взорвался, непонятно. Только время зря потратил. Так, ладно, первым мы проедем. Посмотрим, что здесь у нас. Интересно. Вообще, как тут выигрывать? Ох ты, смотри. Да, это надо дело переиграть, за 26 секунд проехать. Ну, поехали. За 26 секунд. Успеем или нет? Вот это интересно. За 26 секунд. Вообще, это реально за 26 секунд проехать? Ну ладно. Вроде бы как едем. Так, 5 секундочек осталось. 5 секундочек осталось. Да, мы проехали за 26 секунд. Прикол. Прикол вообще. 45 тыкв надо. Так, 3 тыквы есть уже, да? Ага, дальше. А, здесь просто перепрыгиваем, да? Есть. Прыжочек. Так, крутилочки какие-то. Ой-ой-ой-ой, нет! Прям в крутилку. Ладно, пробуем еще раз. Так, проезжаем. О, проехали. Бочки с какой-то атомной штукой. Ох, нифига, спасибо. Дальше что у нас здесь? Ага. Супер ускорение. Да я взорвался. Нифига меня вот так ускорять. Мощно. О, получилось. И финиш. Да. Надо переигрывать. За 31 секунду проехать надо. Угу. Будем стараться. За 31 секунду. Ну давай, 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 давай. Ё-моё, ты чего? Джипик мой. Джипик. Не джипик этот, мотоцикл. Давай, надо успеть, надо успеть. Успеть, есть. Так, пока нормально все. Главное сейчас здесь не взорваться. О, не взорвался, не взорвался, не взорвался. Есть, 33 секунды. Блин, за 31? Реально? За 31 проехать можно? За 31 секунду. А где я тут накосячил? Уже не проехал. Уже не проехал. Опять-таки не проехал. Опля. Да ё-моё, что за фигня? Почему я тут разгон-то не могу набрать-то? Батюшки свет. Нет. Чё-то непонятно. О, есть. Получилось. Так, 26 секунд, ребята. 26 секунд. 15, 16. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вы что, хотите сказать, что я тут за 6 секунд должен доехать? Ну, это ну нереально. Что у нас там? 33. Нет, 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 нет. Не знаю как. Проехать можно за 31 секунду. Так, выбираем эту акулу. А, врезайте стреснувший лед на мини-уровне. 15 сокровищ еще есть. Так. Она у меня с ирокезом. Смотри, какая красивая акулка. С ценником еще даже. Ценник я специально делал, чтобы мне больше давали монеток. Так. О, эти букашки, червякашки. Сейчас съедим. Так, черепаха, смотри. Опа, съели. Нифига, она все засасывает. О, круто, круто. Всех пеликанов тоже съедим. Так, вот этого челдобрека надо. А, он далеко, типа, да?
Мы его не можем съесть. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. Давай, давай, давай. Все. Скушали. Так, идем дальше. Ох ты, вонючка. Иди сюда. Так, а что все красное стало? Почему все покраснело? Море покраснело кровью. Или это просто закат какой-то? Ну ладно. Так, эта штука не работает еще, да? Ага. А где у меня здесь черепахи были? Сейчас посмотрим. Где-то были черепахи здесь. О, какой огромный скат там был. О, золотая мания. Так, вот, а вот эти пока я не могу кушать. Хорошо, а вот эту я могу съесть большую штуку? Нет, колючки там у нее. Ладно, отстань, отстань от меня. Так, продолжить. Продолжить играть. Ого, смотри, чувак, на какой акуле. Она меня сожрала? Да ну. Так, а этого человека не могу съесть? Нет. Так, ну ладно. Иди нафиг тогда отсюда от меня. Запряг акулу, прикинь, такую огромную. Так, охота на пеликанов. О, суша, суша. Сейчас вот всех сидим. Так, ну все, тут никого больше нету. Отправляемся назад в море. В море лучше нам плавать. Безопаснее. Так, пеликанчик, пеликанчик. А, опять эта большая акула, она меня одним хватом уничтожает и все. Да. Да, ребята, ну против про мы прошли уже много, но осталось еще чуть-чуть пройти. Давайте приобретем, естественно, энергию, чтобы у нас максимальная дистанция была. Но прокачивать еще много чего надо, потому что мы еще все равно пройти до конца не можем. Но сегодня мы этот уровень должны пройти, ребята. По-любому. Не знаю, получится, не получится, но пройти мы должны. Так, идем достаточно-таки быстро. Меч у нас очень быстрый. Энергии у нас максимально куплено. Сейчас я посмотрю, до куда я дойду. Там какая-то пещера начиналась в прошлом ролике. В прошлой серии, когда мы проходили. Там оставалось у нас, ребятушки. Там начиналась какая-то пещера. Непонятная. Вот сейчас мы до пещеры с вами дойдем и посмотрим, что там такое у нас. Что за пещера? Энергию мы прокачали уже максимальное количество. Поэтому должны дойти. Так, ну немножко еще осталось. Ну вот эта серия, вообще вот эта локация очень такая большая, я бы так сказал бы. Очень большая. Вот, мы сюда с вами. А-а-а, это просто пещера, слушай, алё. Я думал, это какая-то гора будет. Нет. Это, ребят, просто пещера. А, давай, ну, почему не щелкаешь-то, а? 787 долларов заработали. Угу. А что ж купить тогда? А, давай ботинки возьмем, чтобы быстрее ходить. О, отлично. Потом еще прокачивать. А, меч еще можно прокачивать, нифига себе. Меч. Ладно, прокачаем меч. Обязательно. Прям вообще, смотри, несемся, прям быстро очень. Идем. Офигеть. Тихо. Вот, смотри, сколько еще много у нас. Сумасшедших. Зомбариков. Которых нам надо, ребята, убивать. У них красные глаза. Вот так. О, сколько коробочек. За эти коробки мы получили большие деньги. За убийство зомбаря. Сколько нам дают? 4 бакса. А за коробку 3, а то и 5. Офигеть. Тут выгоднее коробки разбивать, чем зомбарей. Видишь? Сколько много денег нам дали. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Так, вот этих сейчас двоих щелкнем. Вот еще двое стоят. По 5 баксов нам дали. Хорошо. Так, энергия у нас опять окончается, ребятушки, энергия. Энергии не хватает, надо энергию прокачивать. А энергию мы прокачали же полностью. Значит, надо броню прокачивать. Все. Да, чуть-чуть мы не прошли, прикинь.
Ладно. Это чуть-чуть, там, наверное, сантиметров 10. Мы это будем с вами, ребята, проходить до следующей серии. Ну что, поехали на машинке, на такой вот интересной. У нас идет Дракула, граф Дракула, который едет на кабриолетике. И мы должны, ребята, собрать мозги у зомби. Ну, это заключается игра, вот это как бы игрушка. Едешь на машинках и уничтожаешь зомбаков, забираешь у них мозги. Вот. На эти мозги мы потом можем купить новую тачку. Так, крутимся. Крутимся, вертимся. Так, на каждой новой базе... Вот каждую новую базу мы проезжаем, и нам дают больше денег за, убийство этих вот зомбарей. Вот сейчас дают по 3. Ну, 2-3 монеты за убийство. Так, ну, следующая база интересней. Там дают 3-4 монетки. О, все лицо, смотри, у него. А, все лицо в кетчупе. Да, это кетчуп, ребята. Это кетчуп. У него все лицо в кетчупе. У этого, как бы, Дракулы. Ой, какая база там? Третья? О, нормально. Третья база. Угу. О, лотерейный билетик. Хорош, хорош, хорош. Вот, как бы нужно еще тачку нам прокачать. Но для прокачки у нас не хватает денег. Будем деньги собирать. Потихоньку. Опа, 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 оп, 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 сейчас съедят. Сейчас съедят, все, съели меня. Так, 113 мозгов собрали, хорошо. А, давайте покрутим спиннер наш. Посмотрим, сколько мы тут заработаем денег. О, 250 монет. Очень даже неплохо. 500-очка, давай. Есть. 500-ка, это хорошо. То, что там машинок очень-очень много. Сейчас я тебе покажу, сколько тут машинок. Смотри. Получается 75 тысяч машинок. Вот это Polar Buggy. Угу. Полярная багги тачка. Вот сколько у меня открыто уже здесь машинок, посмотри. И сколько много новых машинок, которых мы еще не открыли. Очень много, очень-очень много. Всяких разных. 13-14 тысяч стоит. 15-500. Ох, самолет вообще прикольный. Дамп, трак, смотри. Грузовик, 20 тысяч стоит. А, трейн, поезд, 21 тысяча. Хот-дог, Санта-Клаус, ховеркрафт, чоппер, НЛО, 27 тысяч. А, гарбейдж-трак, мусоровоз, 28 тысяч. Фига цены-то. Кинг-Конг. Да, короче, машинок очень много, как ты видишь. Очень-очень много. Слушай, а вот это что за голова этого самого какого-то паука? Офигеть. Вот это сколько машин. Ой, машин очень много, поэтому будем открывать. А, вот, смотри, Дарк. Дарк. Темная машина стоит, офигеть, сколько, 100 тысяч монет. Да, монет нужно очень много, чтобы всех открыть, эти машинки. Будем открывать. Я выберу Титан. Буду за Титана. Фениксом играл я в прошлый раз, и сейчас я буду играть Титаном. Так, у нас... А, смотри, все равно я с Фениксом, с другом. Друг у меня Феникс. Так, а ну-ка, только тихо-тихо-тихо. Ой-о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 й
Ух ты, кто-то подбросил бомбочку. Так, давай, давай, отъезжай оттуда. А, победа? А как мы так их уничтожили, интересно? Ну, спасибо за победу. Звездочку, спасибо. Надо побольше звездочек, ребята. Побольше сундуков. Так, поехали. Едем, едем в бой. Так, давайте я начну стрелять. О, ударил прям, прикинь, попал в него. Хорошо.
Блин, вот эти вот ракеты. Не очень хорошие. Есть! Титана мы уничтожили, давайте подлечимся. На, получай, Джокер, маленький малыш. Все. Уничтожили мы Джокера. И сейчас получим звездочку. Да, спасибо за звездочку. Давайте еще раз я пойду на Титане. На Титане прям и неплохо так у меня получается. Звездочки только так собираем. Ух ты! У него, смотри, Росомаха. Офигенская Росомаха. Ладно, сейчас посмотрим, как Росомаха будет в бою. На, получай. На, есть! Феникса уничтожили. Так, вот Титан. О, а что у него здоровья уже мало у Росомахи? Офигенская Росомаха у него.